Успешный старт проекта SendCoin. Запуск ICO запланирован на 18 сентября. По сведениям с официального сайта компании SendCoin.io, на этапе pre-ICO компании уже удалось собрать более 1500 эфириумов. SendCoin – это блокчейн-опцион, обеспеченный реальной продукцией, кубометрами строительного песка. Один SendCoin SND равен 1 кубометру. Песочный карьер расположен в 60 километрах от Москвы и в 10 километрах от строительства развязки ЦКАД. На территории Москвы и области существует постоянный спрос на нерудные материалы, поэтому в двухлетней перспективе запланирован запуск разработки второго карьера по добыче песка. На этапе краудсейла цена на SendCoin составит $0.25 – $0.35. Рыночная цена 1 кубометра строительного песка чуть больше $5. И к началу разработки карьера ожидается выравнивание цены токена с рыночной ценой песка. Общее количество предложенных на ICO токенов – 3 170 000 SendCoin.